твоя камера готова. Я тебе кофе купил. Возьми, угощайся. Я не хочу. Выпей сам. Так я свой уже выпил. Ну, выпей еще один. Так этот я специально для тебя купил. Ну, возьми, пожалуйста. Отстань. Приглашаем в кино «Ведьмак 2» в лучшем качестве. Спешите! Лена, погнали в кино, купим 2 билета. Тут, недалеко. Да отстань ты со своим дурацким кино! Я сама хочу жить, как в кино! Что ты мне можешь дать? Кофе за копейки и билет на киносеанс? А я мечтаю о сказочном принце. Принце моей мечты. Хочу уплыть с ним в даль на шикарной яхте с алыми парусами. Или уехать на крутой тачке. Вот у тебя есть машина или яхта? Нет. А у твоего папы? Не-а. Вот тебе ответ на мой и на твой вопросы. А теперь не мешай мне мечтать о моем сказочном принце. На крутой тачке или яхте с алыми парусами. Во-первых, я не принц, я Роберт. А во-вторых, не поедем же мы со спущенными колесами. Держи. Что это? Это что, непонятно? Это насос. На, иди, давай, качай. Приступай, приступай. Хорошо.
Господи, ты вообще хоть на что-то способна? Это ты мне? На, хоть машину вытри. Это грязно. Приступай хоть к этому. А что мне с этим делать? Ну что дома делаешь, когда пыль вытираешь? То же самое с моей машиной сделай. Хорошо. Устала. Вот, возьми, я все протерла. Отдохну, когда кататься будем на сиденье, хорошо? Ну, погоди. Сначала за кофе меня сгоняешь, а то пить захотелось. Хорошо. Ну вот, какая молодец. Ну все, кататься? Да погоди ты кататься. Там запаску еще. Переднее левое колесо поменять надо. Только сейчас вспомни. Да, не так я себе представляла сказочного принца. А ведь я так радовалась встрече с тобой. Не представляешь, как я-то рад. Правда? Ну, конечно. Я уже давно ищу себе помощника, буквально служанку, а тут раз, и ты появилась. Молодец. Лена, это я для тебя цветочки собрал. Мне очень нравится делать для тебя подарки, потому что ты мне нравишься. Мне? Да. Правда? Я рада. Я безумно рада. Ты это мне говоришь? Конечно. Мне так нравятся и подарки, и то, что их мне даришь именно ты. Какой, ты говоришь, фильм сегодня в кинотеатрах будет показывать? Может, и правда сходим? Так ты согласна побежать со мной покупать билеты? Конечно. С тобой хоть в кинотеатр, хоть на край света. Я сейчас. По-другому там было. А, сейчас, заново, сначала. Сменку там, сверху. Как она называется? Запаска. Я сейчас и побежала. Давайте еще раз. Я думала, ты типа стоп, а я хотела... Далеко. Типа. Давай процесс падения. Ну что, не надо, да? Давай. Давайте еще раз. Далеко. Хотя там я убегала вот там вот. Не знаю. Пусть говорит, мне легче будет въехать. А, хорошо. С чего начать? Отлично.